Ребята, всем привет. Погода опять нормальной нету. У нас, посмотрите, какая влажность. У нас еще утро. Дети еще не встали. Посмотрите. Просто вау. Влажность. Вот так будет до... Ой, не знаю, чуть ли не до октября, по-моему, даже. Ты домой? Давай. Нагулялся. Дождь идет все время. Вообще постоянно. Ладно, дождь. Дети дома сидят, им нормально. А вот собаки плохо гуляют. Ну, они не любят дождь, не любят. Ну, сейчас хотя бы закончился гром, гроза. Вот эти все дела закончились. Ну, ты уже, ладно, погулял. Пойдем. Пойдешь еще? Нет, не пойду, скажи, да? Пойдем. Я не трус, но я боюсь. Да? Ты пойдешь? Нет? Сегодня никто не хочет гулять. Ну, ладно. Видите, как темно. Время, чтобы вы понимали, 11 утра, у меня дети еще не встали. И сегодня, знаете, что хочу сделать? Не знаю, получится у меня или нет, у меня очень сильно подгорают сковородки, вот эти вот беленькие. Но они уже давно у меня, и их юзают бесконечно, и девчонки, и я, и, ну, как бы по нему видно. И надо, в общем, эти выкинуть, купить другие, такие же. Мне очень нравится вот эта вот посуда, вот такая вот. Тут суп детям собралась варить. Ну, с кастрюлями, понятное дело, ничего. А вот сковородки, они... Когда мы их покупали-то, я даже не помню. Ну, в общем, надо съездить, обновить. Все три. Маленькая, средняя и большая. Все, короче, выкинуть, новую купить. Вы, как всегда, со мной индирить. Хоть мальчик такой маленький, хоть восик. Мой синечка. Да, да ложись ты спать. Спать хочет. Ну, в такую погоду я бы тоже не вставала. Ну, дети, вот, кстати, вот до сих пор еще не встали. Ну, они в айпэдах, в смысле, они встали, они проснулись, но они еще не выходили. Вон виск, крик слышу. Собаки мои. Ну, спите, спите. Коти спят, вы спите. Что еще делать-то? Ой, ой. Ну, что, мой мальчик, привет, привет. Такой влажненький весь. Когда тебя выпустил папа на балкон? Давно уже, да? Папа гулял собачек утром рано. И выпустил тебя, да? Ты нагулялся? Мой котик, ты мой мальчик, такой красавчик, не могу. Так, у детей яичница. Good morning. Пошли. Возьми водичку. Алло. Водичку бери, пойдем. Видите, как темно. Просто вау. Давай, включайся. Угу. Выходим, выходим. Я детей собираю в одной комнате и буду их сама кормить. Они же заняты. Офигеть, как ночью, просто как ночью. Давайте садитесь. Пипец, просто пипец вообще. Как ночью. Детишки, как будто вечер, я их укладываю. Вот такая вот темнота. Покормлю детей. Псарня моя. Я дверь не закрыла. Ну иди, быстрее давай. Так, дети поели, теперь им по 5 орео. Вот кто, ребята, у кого двое детей плюс, те знают, да, особенно когда они по возрасту примерно похожи, что не дай бог кому-то на одну больше, на одну меньше, на одну печеньку, на одну конфетку, на одну виноградинку больше. Боже мой, я пересчитываю каждый раз вот это вот, чтобы не дай бог кого-то не обделить или кому-то не передать. Вот так вот должно быть. Две тарелочки, только цвет тарелок может отличаться. Все остальное должно быть, содержимое тарелок должно быть абсолютно идентичным. Я сама в такую погоду не хочу никуда ехать, никуда, ничего не хочу. Я хочу залезть под одеялко, лечь на подушечку и покопаться в интернете. И надо поесть, кстати, надо поесть. Мой завтрак из двух трясущихся яиц. У меня почти не чистились. Кока-колка, булочка от детей. Яйца сейчас попытаюсь разрезать. Все, что от них осталось, пока я их чистила. И немножко добавлю майонеза. Ну вот, как-то так. Блин, ребята, там что-то какая-то жесть жестяная началась. Я никуда не поеду. Аж страшно открывать. Еще темнее стало. Уже почти как... Алло.
Джерри, Джерри, не ходи. Джерри, пожалуйста, на пеленочку. Сынок, на пеленочку. Пипец. Я, скажи, сам понял уже, да? Ой, Джерри, сорян. Ну, куда мы с тобой сегодня не пойдем? Ну, его нафиг, да? Здесь можно вообще все закрывать, как будто уже скоро вечер. Ну, его нафиг сегодня, короче, весь день такая вот петрушка. Пойдем, Джерри, пойдем посмотрим, может быть, здесь не так все плохо. Подожди, Джерри, Джерри, Джерри. Джерри. Пойдешь? Не-а, скажи, не пойду. Ну, что делать будем? Домой писить пойдем. Да, Джерри, облом. Сегодня облом. Ладно, пошли. Пошли, Джерри, нафиг. Вон, пеленочка. Сейчас я пальму эту вытащу, пусть польется немножко. Пойдем, пойдем. Смотрите, как она, кстати, вот так покажу, как она ожила, какая она стала красоточка. У меня хоть елки мои польются. Двигайся. Елки мои. Поливать не надо. Все польется. А? Освежится, польется. Так, что-то... Блин. Давай, поливайся. Сейчас везде будет литься. Отовсюду просто. Это только-только вот такой сильный пошел. Он был ночью, все слилось. Сейчас вот опять сильный пошел. Да. Короче, сидим дома сегодня. Еще ветер такой сильный. Вон, видите, по дороге как гонит воду. Короче, опять дома. Ни вотерпарков, ни бассейнов, ничего. Так, у Джерика паника. Все хуже и хуже, все больше и больше. Уже здесь много воды. Джерри, ну иди на пеленочку-то, ну. Вон тоже, иди, я тебя поправлю. У меня даже, по-моему, здесь цветы польются сейчас. Не только на улице. Иди, Джерри. Все, ветер такой. Джерик, иди сюда, сыночка, иди сюда. Иди сюда, писи. Просится на улицу, но не выходит. Нет, ну понятное дело, что он не выходит. У меня даже коти не выходят сегодня. Даже здесь не тусят. Они меня все время здесь тусят. Ой, гром. Джерри, давай я тебя здесь закрою. Ты тут пописишь. Свет тебе включу. Еще, кстати, не жарко. Я вот на улице, в кофте. У нас в это время же очень жарко, но даже сейчас не жарко. Так, похоже, все хуже и хуже. Ребят, заходим обратно. Остаешься, Джерик? Ну, они, знаете, они останутся, если я здесь посижу, то Джерри сходит. Ну, давай, Джерик, посидим с тобой. Кстати, тут уже тоже. Хотя нет, все пока не мокро. Я единственное боюсь, что у меня пальма грохнется. Нет, не грохнула. Пойдешь? Ну иди быстренько пописи. Что это, скажи, что это? Джерри, ну все, иди нафиг. Все, пошли домой. Пойдем домой. Пошли. Да что за сволочь сделать? Это же Катя. Заходи быстро. Гром капец. Джерри боится. А я... Она хочет к Маше. Мила не выходит. А Маши нету, Мила. Мила, страшно просто. У нас такой гром. Кать, iPad либо на зарядку, либо выключай. Мама, что оставила? Ты можешь его выключить? Милочка, пойдем. Пойдем, Милаша, пойдем. Мила, пойдем. Там нету Маши, Мила. Трусиха такая. Мама, тут просто подкрывается. А, тогда оставь, они сейчас выйдут вдвоем уже. Все, уйди, Катюш, сейчас они уже выйдут. О, Мила идет уже. Пойдем, Милаша, страшно, милый, страшно, ты страшно, страшно, милый. Закрывай, Катя.
Ну, просто ладно, он может уйти туда на полдня. Собачила. Ну, что с вами-то делать, блин? Я хочу, чтобы он там. Окей, с котями как удобно, а? Вот вообще, ребята, собака, это, конечно, звездец вообще. Но с котями это вот даже не сравнить, даже близко. Туалет дома, еда дома, никакого ничего от них нету страшного. Прелесть, ничего не сжирает. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, ее страшно. Ну, ладно, она ладно. Хочет меня. Она хочет с тобой. Ну, ладно, пусть лежит уже. И да, на балконе там на него. Джерифу. Все, милаха. Она так и будет лежать, пока вот гром гремит, гроза, молния. Ну ладно, пусть лежит уже. По-моему, все только хуже и хуже. Еще ураганы придут. Офигеть. Ну да, а то она замерзла, наверное. Дрожит от холода. Угу. Дерек. Все, Катюха. Ну ты садись поудобнее вот сюда тогда и жалей ее. Или вон туда перед ней сядь, что-то с краешку. Ты тоже залазь под одеялко. Тоже залазь под одеялко с ней и будешь ее жалеть. Залазь сюда, чтобы ты тоже под одеялком на ней сидела. Залазь сюда. Садись. Садись. Угу, укрывайся. О, давай. Укрылась? Все, супер. Все укрыты. Все в укрытии. Да, теперь не страшно. Сейчас, Джерри, кончится дождь. Найдем тебе местечко, где тебе пописить. Ухо верни обратно. Балбесина. Ой-ой. Джерри, кстати, не так боится. Мне кажется, даже он не боится, он просто мокнуть не хочет. Все заливается. Посидим, подумаем. Такой день. День дома. Я вообще не против, я люблю такую погоду. Я бы сейчас зарылась под одеялко. Сидела бы, смотрела какие-нибудь фильмы прикольные. Я, в принципе, может быть, так и сделаю. Дети в комнате. Сейчас пиццу закажем опять. И на пицце, я думаю, просидим. Под телевизор и под пиццу просидим под такую погоду. Я посмотрела, у нас там прогноз на, ну, надолго такой. Ну, здесь такой дождь, знаете, он прошел. Потом солнышко. Но сегодня, по-моему, вообще нет солнца. Сегодня вот весь день вот такая погода. Прям вот весь день. Нет? Нет. Закрывай. Мы пиццу ждем. Заказали пиццу. Ну все, все, закрывай. Катя молодец. У нее почти всегда хорошее настроение. А. Куда? К Лёве? Иди, конечно, иди разбуди его заодно. Иди, сейчас пиццу привезут. Что? Чего? Да, Лёву заодно разбуди. Это уже вечер скоро. С Лёва полуночник. Особенно на каникулах. Иди, 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 играй, иди. Ау. Так, привезли. Доставайте. Так, собаку не выпустите. Ну так бери, Кать. Давай, давай, бери. Она под козырьком. Она не... Он держит. Сейчас они выскочат вместе с Лавриком. Кейк
Да, мы только пиццу заказали, больше ничего. Палочки еще не съели, колу еще не выпили. Все, все, закрывай. Молодцы. Ларик такой взял там по бокам собак, как будто он их удержит. Пицца! Поздравляю! Дети заняты пиццей. У нас дождь вообще так и не прекращается. Вообще вот ни насколько просто. Но я Джерри вывела, там, когда там промежуточек был, там буквально, там, я не знаю, минут пять он так еще не так сильно шел. Мы выскочили с ним, он успел пописать. Вот. А Мила вообще категорически не выходит. Я вообще тут развалилась на диване. И хочу вставать. Ты будешь есть пиццу? Ты пока не хочешь? А чё? А чё? Окей, не проголодался, что ли? Я фу. Ты фу? Ну окей. Лёву разбудите, а? Может, хоть на пиццу встанет. Лавр, Лёву разбуди. Дети едят пиццу, собаки ждут, когда дети её уронят. Всё как обычно, ничего не меняется. Ты еще не доела, что ли, петушки? Как ты их называешь? Как ты называешь петушок, Катя? А? Как ты петушка называешь? А? Джерри! Что там гавкает? А? Б, ешь. Как петушок называешь? Да. Кукаричук. Кукаричук. Как меня. Мы все кукаричук, значит, мы петушки. Мы кукаричук, понятно. Не кухарчук, а кукаричук. Что? Амфу. Ты наелся? Ага. Ну окей. Половинку кусочка съел. У меня даже волосы немножко намокли, сейчас только высохло. Пока с Джериком выходили чуть-чуть. Пальма моя еще не упала. Налей еще водички. Катя раздает колбаску, которую она не ест. Так, Джерри уже съел свой кусочек. Ты дала Миле? Джерри съел уже. А, или ты по очереди? Ну, один колбаска Джоб, и потом я съела. А, поняла. Одна колбаска упала, ее Мила съела. Понятно. Аккуратненько. Она ничего не съела. Не, она не съест, она аккуратненько. Она у нас уже за эти дела получала. Лавр, что там никого нет. Мама, а. Можно я вот так сделаю? Можно, конечно. Опусти, опусти тарелку, они сами оближут. Опусти им тарелку. Ой, еще и кусочек корочки остался. О. Вот повезло, так повезло, а, собачелы. Более-менее можно вывести Милу. Дождь, так, на время, на какое-то почти прекратился, он идет. Мы мокреем, конечно, но не так сильно, по крайней мере. Блин, пока гуляли, пошел дождь сильнее, я вся мокрая. Капец, я просто насквозь. Стойте, стойте сюда. Пойду еще Джерри погуляю. Все равно уже промокла совсем. Все равно уже вся промокла, Милка вся тоже насквозь. Этот сейчас тоже будет насквозь, я тоже. Ну, уже ладно. Пойдем, Джерика, пойдем. Пойдем. Но зато у меня сейчас собаки погуляют уже окончательно. И там уже пописить так выведу еще несколько раз до вечера. По крайней мере, все самые основные дела мы попеределаем. Че, Джерри, мокро, да? Трясется все время. Ребят, кому не хватает дисциплины, режима, заводите двух лабрадоров. Будет и дисциплина, и режим. Джерри, не надо просто так ходить, пожалуйста. Капец, я просто вот вся, мне вот все менять абсолютно сейчас надо, все, что на мне. Я просто вот до трусов вся мокрая, быстрей. Джерри, красава, молодец, не подвел. Я уж думала, придется еще раз с тобой гулять. Ладно, окей, с двумя лабрадорами я погорячилась, но если вы просто заведете собачку размером чуть больше кошки, то тоже будет и дисциплина, и режим в любую погоду, в любое время года. Ладно, у нас Флорида, но опыт большой собаки в России мне очень хорошо известен.
было дело. Еще 6-й этаж, когда особенно лифт на ночь отключали. Ой, красота. Вечером его отключат, а собаку надо гулять рано, вечером поздно. И носишься на 6-й этаж туда-обратно, если им приспичит. Ой, блин, сейчас собаки сохнуть будут еще до завтра, наверное. Они же как после помойки. Ну, мытья, в смысле. Все, Джерри, пойди, тихо-тихо. Пойдем домой, алло, что попутал. У меня льется вода отовсюду. С носа. Тихо. Напилась. Подожди, вы... Тихо. Все, релакс. Все дома ждем, все, поедем пиццу. Стой. Да подожди. Давай. Жесть, у меня резинка насквозь, даже волосы, которые были в... Обычная реакция после прогулки, поэтому я, наверное, в душ схожу. Все, я в душ. Так, все. Я приняла душ, самое главное, я согрелась. Какой бы теплый душ не был, какой бы теплый климат не был, все равно потом озноб, холодно. И, в общем, это самое главное, что мне было нужно — согреться. Кофточку достала свою очередную. Хорошо, у меня этих кофт много. Если мне нравится вещь какая-то, неважно какая, то у меня их будет много, абсолютно одинаковых. Есть у меня такой, какая-то потребность, хотела сказать, принцип, нет, это потребность какая-то моя. Если мне нравится вещь, все. Если мне понравилась лосина, у меня их будет 30. Если мне понравилась футболка Puma, у меня их будет 300. Понравилась кофта, все, у меня их будет штук 10 точно. Но у меня их штук 8 примерно так. Они продаются только в определенный сезон в Костко, сейчас их нету. Но когда они продаются, я старые все выкидываю, а новые такие же покупаю. Так, ладно, я все... Пошла. Я варю супчик детям. Вы смотрите на эти морды, в эти глаза. Все, бочку мою. Джереми, о, Джереми. Ну вот неудобно же, нет, вот сюда припрутся. Мама здесь и вы здесь. Мелания, толстуха. Чего ты орешь? Мой ужин. Мандарин, яблоко и банан. Сейчас поем, зашлю. Очень вкусно. Очень. Катя с меня трясет зашить ее Мелоди. Она мне уже даже нитки нашла. Не удалось отмазаться, что у меня нет ниток и иголок. Катя сказала: мама, у тебя есть нитки. Не удалось отмазаться. Че? А, нет, нельзя. Сначала поешьте. А, да? Ну ладно, возьми. А ты можешь мне иголочку еще найти? Размер катастрофы. Хвост отлетел. Иголочка, которая вот так? Да, да, да. Спасибо тебе. Короче, вчера она еще просила, ну, я ж мать, у меня других дел полно. И зато котик мне нашел почти белые нитки. Я думала, они белые, блин. Какой-то странный цвет, да? То ли это 50 оттенков белого, то ли это реально желтый цвет. Не могу понять. Вот. Серьезно. Это. Блин. Мама, нету Доритос, вы съели. Кать, а есть прям белые нитки? Потому что, ну, это, видишь? Рей. Сойдет, да? Окей. Дай сюда. Дай сюда, алло. Зачем тебе это? Не, я просто играю. Скажи, да мне пофиг, или... Мама, look at the red ones. Red Doritos. Так они кончились. А, нет. This is только blue ones закончились. Сейчас насыплю. Ями, ями. 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 Супер. А, что ты просила? The cross. She's dead. А. Что-то... А, Орео сейчас.
Ты тоже чипсы ешь? Готово, бля. Я сделала все, чтобы не видно было нитки. Я постаралась. Он может пилять вот так хвостиком. Ой, а можно грязными руками не трогать? Ты там что, чипсы, что ли, желтые ешь? Жесть, не трогай, моя пока киска, пока ты руки не помоешь, поняла? Я тут стараюсь, чтобы нитки желтые было не видно. Она берет своими желтыми руками вообще. Не, я просто смотаю. Руки помыть, потом белых котиков трогать. Так, супчик детям готов, когда они все изволят проголодаться наконец-то. Ну, как тут проголодаешься, если есть чипсы и конфеты? Ну, короче, их ужин будет супчик. Блин, так вкусно пахнет вообще, прям не могу поесть, что ли. Я уже, правда, поужинала. Ужин у меня обычно рано. Ну, если это... А он не новый, он тот же самый, просто упаковка другая. Если только у меня ужин не мясо, которое я могу и в 2 часа ночи поесть, то так я ем в 4, в 5, ой, 4, в 3, в 4, вот так где-то. А. Так это, по-моему, тут все то же самое, просто упаковка другая. О, подожди-ка, 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 как она открывается тихо. А, вот. Одной рукой. Ну-ка. А, ну там обычный Орео, господи. Это просто упаковка, вот в ланчбокс, например. С собой удобно брать. Ничего тут. Они точно такие же. Мам, можно я трогаю? Прикольно, котика. Ты руки помыла? Угу. Ну, конечно, это же твой котик. На, конечно, доченька, что ты спрашиваешь? Думаю, закончить этот влог. Пойду монтировать. А то, думаю, сегодня только дождя одного наснимала на полчаса. Не благодарите. Надо его как-то сократить, оставить все самое интересное в этом дожде.